Татарстане на территории особой экономической зоны Алабуга с конвейера сошел первый серийный автомобиль «Аурус Сенат», ознаменовав старт долгожданного массового производства. Хотя машина премиум-класса стоимостью от 18 миллионов рублей рассчитана на обеспеченного покупателя, событие можно назвать историческим для всей российской автомобильной промышленности и не только. Подробности в этом выпуске. Первый серийный «Аурус Сенат» сошел с конвейера. Это, безусловно, историческое событие для российского автопрома, так как впервые практически с нуля создана целая линейка автомобилей представительского класса. До конца года планируется выпустить около 300 экземпляров, а всего мощности завода позволяют выпускать до 5000 машин в год. Для сравнения, различных модификаций представительского советского автомобиля марки ЗИЛ за все время было выпущено не более 200 единиц. Насколько востребованным окажется новый российский «Аурус», покажет время. Но уже сегодня на него есть 500 твердых заказов. В следующем году на этом же заводе стартует выпуск внедорожников «Аурус Комендант». Рассматривается возможность выпуска минивэна «Аурус Арсенал». С самого первого дня существования проекта не утихают споры относительно того, насколько его можно считать российским. Сегодня на этот вопрос дан конкретный ответ. Уровень локализации «Ауруса» 53%, и к концу 2022 года достигнет 80%. В России производятся многие важнейшие компоненты. Например, автоматическая коробка передач, рычаги подвески и кулаки, электромотор гибридной трансмиссии, инвертор и блоки управления. Даже металлопрокат поставляет Магнитогорский металлургический комбинат. Что же касается двигателя, то собирается он в России, но пока что его ключевые компоненты производятся в Германии. Впрочем, если рассматривать проект «Аурус» шире, то его ценность выходит за рамки автомобильной отрасли. В основе «Ауруса» лежит модульная платформа EMP, разработанная в России. Она позволяет выпускать не только лимузин, внедорожник и минивэн, но и седан, кабриолет, мотоцикл и даже вертолет. Эту платформу смогут использовать и другие российские автопроизводители как технологический задел для последующего развития своих моделей в абсолютно разных ценовых сегментах. Проект «Аурус» тоже будет развиваться. Уже создан и испытан «Сенат» с водородным двигателем. Первый в мире автомобиль данного класса на водороде. Рассматривается вариант и создания электромобиля «Сенат». Этим летом двигатель «Ауруса» будет впервые установлен на самолет Як-18Т для испытаний. Если его удастся адаптировать для нужд легкой авиации, то это будет настоящий прорыв, так как автомобильные двигатели выпускаются крупными сериями и стоят существенно меньше авиационных. Таким образом, весь проект «Аурус» — это гораздо больше, чем просто машина для богатых. Это проект, который может дать импульс развитию всей нашей автомобильной и отчасти авиационной промышленности. Будем следить за его развитием на нашем канале.